Вот такая вот посылка очередная от китайца. На ней написано, что это Magic Cube, значит это Squire. Потому что кубов я не заказывал. Хотя нет, заказывал кубоид. Но на ощупь это, скорее всего, Squire. Ну, какая-то еще коробочка вот небольшая рядом. Вот мне самому интересно, что это вот за фигня. Вот она. Вот это вот Squire. А это вот не пойму что. Возможно, я заказывал не один товар, и каких-то товар получился в одного продавца, и он мне зафигачил в одну коробочку. А возможно, по ошибке что-то зафигачил, а может там каким-то бонусом что-то мне. А может какая-то это. Короче, сейчас посмотрим, что за фигня тут у меня. Ладно, попробуем оторвать. Красиво. Нет, нифига. Красиво отрезаем, а не как по-свински разрывают многие. И достаем сначала маленькую коробочку. Опача. Это кубоид. Так, это у нас кубоид. А это Squire. Вот такая фигня получается. Значит, кубоид получается и Squire я заказал у одного продавца. Ну, сделаю-то обзор отдельно на Squire, отдельно на кубоид. Кубоид 322. Тут вот, так как он без опознавательных знаков и комп у меня сейчас выключенный, я точно, честно признаюсь, не помню, как он называется, но в описании и в названии видео я это напишу. Вот сами видите, что он так в пленочке упакован, и скотчем от китайца тут заклеили. Ну, что можно сказать о первом ощущении, когда берешь в руки. Качество относительно хорошее, но немножко как-то вот грани подрасхлябанные, не знаю. Возможно, это так и должно быть. Крутится более-менее хорошо даже и без маски. По цветам, ну, я думал, что это какое-то зеркальное, а это какое-то серое, блестящее. Что-то вот типа под флю закошено, но это не флю, это какие-то стикеры такие блестящие. Не знаю, на камеру видно. Еще такой небольшой какой-то дефект есть. Ну, такое качество и стикеров не очень. Ой, что-то. И так вот приклеены. Немножко с пузырьками. Ну, пузырьки, в принципе, выдавить можно. Ну, так относительно нормально. Цвета, конечно, интересные. Черный, а тут какой-то серый. Вот такой болотный салатник. Желтый, синий. И то ли красный, то ли оранжевый. Хрен поймешь. Ну, штука такая интересная. Так как у меня уже кубоиды есть флоп супер, двойной флоп, который 233, решил еще себе 322 взять. Вот так вот он крутится. Сейчас я его немножко смажу и посмотрим, как он начнет крутиться. Думаю, что начнет вообще летать.
Ну что, после смазки он начал, естественно, летать. Он даже вот может иногда делать почти что 180, а иногда даже больше, чем 180 за один раз прокручивается. В принципе, он и до этого нормально крутился. Сейчас вообще он начал летать. Эту шняшку я тоже не знаю, как собирать. То, что тоже первый раз я в руках держу. Но я думаю, научусь. Думаю, она будет еще, наверное, попроще, чем 2-3-3. Так как здесь, вот, я смотрю, они крутятся. Так он крутится. Хотя нет, вот так вот ее тоже не покрутишь. Вот свои фишки у нее тоже есть. Но научусь. Если хотите себе такую вот прикольную штучку, относительно дешевую, в интернет-магазинах, еще раз повторюсь, она дороже на полтинник. Заказывайте, ссылка под видео. Дошла быстро.